привет, с вами AGHL TV, с вами Слимка, и это первый по, первый новый ввод по регистрации команд. Сразу идем на страничку нашу главную. Вообще, для чего это делать? Для того, чтобы участвовать в лигах, турнирах, вне зависимости от дисциплины, вам нужно зарегистрировать сначала профили, потом тут создать команду и добавить туда участников. Как это сделать? Ну, уже зарегистрировали профиль, все понятно, все настроили, выбрали там дисциплину вся. Вот, заходим теперь в команды. Что-то меня выбило, видимо, сессия закончилась. После чего мы выбираем дисциплину, какую нам нужна. Например, Adrenaline Gamer. Я, в принципе, и там могу создать команду, это не проблема. Заходим, нажимаем New Team слева сбоку. Заполняем здесь Published Name, например, заполним, там, я не знаю, что-нибудь. ENR, например, напишу. Так сказать. Выбрали дисциплину, здесь ничего не пишем в description, выбираем лого команды у себя на компьютере. Дальше type ставим approval, team access all registered user, team players, team, team leader, public yes, все здесь оставляем, в общем. Только вот эти вот две disable и нет ставим, то есть волос сохраняем, да, public, да, post, team player. Ну и, в принципе, нажимаем Save. После чего... Я, в принципе, нажму, потом удалим. Это все равно для показа. Вот, после чего образовалась команда. Здесь Team Leader, который создал. Ну и для того, чтобы пригласить сюда игроков, вы нажимаете Invite, Expand Invite и пишите ник, под которым он зарегистрирован. Либо же проще еще делаем. Любой игрок, который зарегистрировался, ну, любой юзер, который зарегистрировался на сайт, он просто заходит в дисциплину AG, пишет в поиске название команды или просто ее уже ищет, вот, например, ENR. И тут будет кнопочка вот такая вот Join. Ну, например, Game Tag Join. Вот, после чего, если я джойнюсь сюда, тут появляется игрок. Да, давайте, в принципе, проще сделаем. Сейчас зайду я через оперу каким-нибудь тестом, я не знаю, ну или даже вот при вас зарегистрируюсь. Сразу так и регистрация, скажем так, будет. Значит, логин попробую я. Может быть, есть, конечно, тестовый юзер. Нет, тестового нет, придется регистрироваться. Логин пишем, потом create an account. Ну и будем сейчас регать юзера по каким-нибудь. Неважно, короче говоря. Так, ну что ж, выбираем изображение, кому надо загружаем. А кому надо не загружаем, значит, пользователи пишем тест. PB никнейм, магашка не нужен. В дальнейшем появится здесь, может быть, AG никнейм. Хотя это тоже не нужно регистрировать, это просто с ником сразу. Что вам нужен? Пароль. Пароль ставим. Там, где восклицательный знак, это, конечно же, обязательные поля, дата рождения абсолютно не важно. Напишу 05-05-2012, вообще страна. Тут уже можно все на русском заполнять, там Украина, Киев. Интересы не заполняю, сейчас мне это не нужно. Так, адрес почты. Пишем fedot.sobaka.e vde. Там Skype, пишем Skype. Обязательно, чтобы сами связались, или же, возможно, мы сделаем чатики дисциплины, игра Adrenaline Gamer, Steam ID тоже желательно указывать. Зарегистрироваться, после чего вам нужно проверить вашу почту, заходим на WebDE, проверяем почту. Надеюсь, уже пришло, по идее, приходить все должно быстро, не знаю, вот один новый имейл у меня, возможно, это не спам, да, это как раз наш письмо. Открываем его, нажимаем ссылочку, чтобы быстрее было все. Ваша польза активна, ля-ля-ля, заходим в тест, написал 4T. Все, я зашелся, отлично, теперь захожу в команды, геймер, ну и как видим, мы вот ENR. Я нажимаю Join, после чего я вижу, кто, ну, кто уже состоит в команде, но ничего не более. Теперь я вот как создатель с другого аккаунта, смотрим, что произошло. Добавился один игрок, я вижу его ник, я могу посмотреть его как бы профиль, там контакты, все дела, рейтинг, стена, кстати говоря, можно оставлять сообщение на
награды тоже появляются без того, как награды. Ну и если я хочу добавить игрока, я нажимаю Set as Active. И, соответственно, он становится активным членом команды. Как только вы собираете 5 игроков, ну и желательно 2 запасных, если вам это самое, вы идете в турнир, нажимаете прямо на турнире, и у вас опять же есть выбор дисциплин. Вот сейчас про Point Blank, например, турнир сейчас 11 будет с Арбодиум, я могу нажать, я пойду на это событие, регистрация. После чего, если у меня 5 человек в команде, соответственно, я капитан, мою заявку учтут и появится в... появлюсь я в участниках. То же самое. И Адреналин Геймер заходим. АГХЛТВ сезон, вот лига сейчас будет. И опять же я могу нажать галочку, зарегистрировать. И если будет видно, что 5 человек, окей, мы возглавляем участие. К сожалению, пока что еще ни одна команда не зарегистрировалась. Ну что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, вам все понятно. Какие-нибудь воды еще сейчас запишу.